Ты откуда, малыш? Откуда ты выбрался, а? Бедняга. Вот что у нас творится, а? Это я вот пошел мусор выносить на помойку. Иди на место, иди туда. Отбился от кого-то. Ты вроде ухоженный. Пошли. Пойдем. По помойкам нехер лазить. Потеряли тебя дети? Иди. Вел я псину предполагаемо место, где его потеряли дети. Видимо, пошли в магазин. Оставили его. Ну, придурков много, вон он бегает. Найдет он себе место. Покормят его в лучшем случае. Так что спецсвязь. Так, а я за хлебом шел вообще в другое место. Не понять. Я вот наблюдаю всплеск идиотизма, просто какой-то резкий. За неделю, за эту, вот сегодня мне какой-то придурок испакостил. Кучу комментариев с нецензурным ником. Забанить пришлось. Как вот. И, соответственно, погода похожая. Похожая под эту самую. Какое небо голубое. Вот, снегопад закончился, хотя может он вот дождь перешел, но ветер дует по-прежнему. Вот что творится. Машины вон по двери. Уже тает. Что творилось вчера, позавчера, это просто дичь. Вот. Зимой столько не засыпало снега, сколько насыпало за 2,5 дня шторма, урагана. Это я первый день снегопада выходил, снимал, но так и не отмонтировал. Мусор выносил, вот сейчас опять вышел за хлебом. Ну и, конечно, небо голубое радует, то есть все. А что творилось? Непередаваемо. Я так из окна снимал, да. Ну это просто. Такого вообще не было. Ну, лишний раз доказывает, что опять-таки районы, приравненные к северу, к крайнему. Вот, не просто так. Хотя все уже отменено почти. Почти на Дальнем Востоке. Пенсионный возраст и так далее. Ну. И смешные зарплаты. Так, смогу ли я пройти? Сейчас все это будет резко таять. Тут опять будут. Хоть тропы протоптали. Опять будут реки грязевые. Еще утром было холодно. Сейчас вон уже все пошло. Патрули. И прочее. Собака выгуливает хозяина в наморднике. Почему-то собака в наморднике, а не человек с поводком. Ну вы поняли. Так. Пробиваюсь дальше сквозь снега. Прям резко меняется в хорошую сторону погода, не поверишь, что было с утра еще мерзопакостно. О, сцепились. Ну, лайки. Да, действительно, намордник не лишний. Воспитание собак классное. Собака – проекция человека.
Ну вот, не пустили меня в магазин продуктовый, потому что нет намордника. Ну то есть все, в принципе, цивилизация пришла к логичному. То есть все, как узнать людей, не людей, можно сейчас очень легко. Все элементарно, да. Причем жопу руку, конечно. Да еще каким-то чудом я в другом магазине хлеб купил без рук. Вот. Ну что можно сказать? Говорить больше нечего. То есть программа уничтожения населения, в принципе, все, она пошла осуществляться. Геноцида и прочего под видом. То есть с реактивными темпами стахановскими. Чем все было и поздравляю, в общем. Ух, как задувает. Причем крыша у людей, у этих двуногих лях, которые в намордниках ходят, она их постепенно съезжает, ну потому что это тот же способ, собственно, психологический разделения, да, она разделяя власть. Ну, как бы пацаки сами себя определили. Поэтому. То есть, если раньше пассионариев надо было как-то ловить там прочее, сейчас вообще все элементарно, да. Одна радость, что это не Москва, не Питер, не город-миллионник. И блядских камер на каждом углу пока нет. А там посмотрим. Так, я даже так напрямик не пройду. Вот такие вот новости с Дальнего Востока. Поэтому разница, в общем, как я уже говорил, какая партия христопродавцев рулит, особо не видно. Все они, кто соснул у власти, посвященные в той или иной степени сатанисты, все они хотят остаться наверху, дрожат за свои тушки. Поэтому глумиться будут и жрать других за милую душу.